такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать. А дверь открыть стоит. Это же волонтеры. Виталия Тимохина с детства занимается добрыми делами. В период пандемии была первой, кто стал развозить продукты и медикаменты. Запал не потеряла до сих пор. Волонтер – это призыв души, наверное, какой-то. И когда есть желание помогать людям, и есть еще на это возможность, почему бы и нет. Вот у нас есть замечательная фраза, которая говорят все, весь оперативный штаб волонтеров, кто есть ли не мы. Ну, мне кажется, это должно быть от души и искренне, желание, стремление что-то сделать лучше. Заявки в городской штаб волонтеров поступают ежедневно. В первую очередь это медикаменты, а также люди просят привезти продукты. Больше 60 бывает, что заявок у нас в день, поэтому вот, мы всеми силами стараемся помочь. И это получается. Разумеется, волонтеры соблюдают все меры безопасности. Одна из них – сдача ПЦР-тестов. Эту процедуру неравнодушные губкинцы теперь проходят ежедневно в городской больнице. Результат теста приходит на портал госуслуг в день сдачи. Процедуру проводят бесплатно при поддержке окружного департамента здравоохранения. Мероприятие направлено в первую очередь защитить как волонтеров, так и людей, которые, потому что мы не только наши волонтеры разводят, не только людям, которые болеют ковидом, да, а, соответственно, они еще разводят, которые просто находятся, ну, там, заболели, да, либо просто пожилые, которые не болеют, не могут выйти. Соответственно, тем самым мы показываем нашему городу о том, что волонтеры наши, ну, чисты. Творить добро может каждый. Для этого нужно лишь свободное время и желание. Записаться в городской штаб волонтеров можно в «Современнике» или в «Управлении по делам молодежи и туризма». Сабина Лимарова, Никита Мищенко, новости Губкинского.